Глава региона Александр Цыбульский поручил заменить старый рентгенаппарат в поликлинике Нарьян-Мара. Как сообщил в ходе оперативного совещания руководитель департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Сергей Свиридов, имеющийся рентгенаппарат во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы невозможно эксплуатировать в связи с отсутствием расходных материалов. Оборудование морально устарело, а пленка, на которой изготавливаются снимки, уже не производится. На сегодняшний день пациенты, которым требуется обследование в рентген-кабинете, направляются в лабораторно-диагностический центр по улице Авиаторов, где установлен цифровой аппарат. Клиника диагностической лаборатории, где вот в новом корпусе, там рентген работает, он цифровой. Цифровой очень большой плюс в плане качества снимков, соответственно, прием пациентов будет там. Возник вопрос по неотложной помощи, когда идет прием в поликлинике хирургам и травматологам. Организована доставка пациентов. Как заверил Сергей Свиридов, для отправки пациентов с травмами из поликлиники на снимок организован дежурный транспорт. Руководитель ведомства пояснил, что приобретение нового оборудования в данный момент затруднительно. По его словам, проблема заключается не столько в финансировании, сколько в отсутствии в поликлинике помещений с необходимой по современным стандартам площадью. А сколько стоит рентген? Ну вот есть же наверняка 20. Модели более компактные. 20 миллионов стоит, но по характеристикам то помещение, которое в здании взрослой поликлиники, его нельзя разместить. Как старый? По площади. Старый он помещался. И а что, есть только помещен. Одна модель рентгена? Нет, наверняка много модели. Мы смотрели, мы, Александр Ильич, посмотрели все модели, которые производятся. Его там по тем помещениям, которые есть, нельзя разместить. Мы не пройдем лицензирование. А как старый-то стоял? Ну, старый стоял, когда значит, получали лицензию по старому, были другие требования. Я себе не могу представить поликлинику без рентгена. Я хочу предложение. Меня не устраивает такой подход. Думайте, как его сделать. Хорошо. И нам надо, если вышел из строя рентген, значит, запланировать деньги, купить рентген в поликлинику. Нормальный, современный, небольшой, который в это помещение поместится. Или думать, что сделать, переоснастить или переоборудовать помещение. Но это так невозможно. Честно скажу, ну что такое? Вы представляете, вот вы пациент, вы пришли и вас на рентген отправляют на другой конец города. Рентген сделать, я еще понимаю, там компьютерный томограф, МРТ, и то это уже должно быть в поликлинике. Сейчас да, просто закроем поликлинику, давайте в больнице все это сделаем, в одном месте. Ну тогда так давайте. Меня не устраивает, думайте. Глава региона поручил руководителю окружного профильного департамента найти решение для оснащения рентген-кабинета поликлиники. По предварительным расчетам, стоимость нового цифрового рентгенаппарата составит порядка 20 миллионов рублей. Илья Сахаров, Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».